очень чисто сделали. Утро начинается не с кофе, а с разминки и просмотра гимнастических композиций. Лариса Борисовна, или как называют ее воспитанники, Лали Мас, тренирует спортсменов уже полвека. Начинала в Тбилиси. Там окончила хореографическое училище и институт физической культуры и спорта. В 20 лет Лариса Гургенидзе-Таваркеладзе уже хореограф сборной Грузии. Но после переезда в Одинцовский округ все пришлось начать с чистого листа. И когда муж зашел и говорит, ты посмотри, что можно сделать с этого зала. Я думаю, какой он мечтатель. Что можно сделать с этого голого пола? Ни ковра, ничего. Но постепенно как-то нам дали кусочек зала, в прямом смысле слова. Потому что здесь играли в футбол все, кому не лень. То есть это не группы какие-то были. На тот момент не было спортивной школы. Дали маленький кусочек места. Потом увидели, что дети выступают, что они что-то делают хорошо. Ежедневные тренировки и подготовка к соревнованиям. Упорный труд и старания Ларисы Борисовны принесли свои плоды. Десятки чемпионов мира и Европы. Слава спортшколы «Старый городок» разлетелась далеко за пределы России. С 2001 года стали выступать и ее сыновья Таймураз и Реваз Гургенидзе. Сейчас они тоже тренеры. А подготовка победителей уже их семейное дело. Времена были тяжелые, она нас тащила вдвоем, папа приехал сюда. Как раз это вот, скажем так, момент основания этого зала, да, он перебрался в Россию, и мама там была с нами двумя, и вот жизнь была довольно тяжелая, но она никогда не унывала, то есть она по характеру такой боец, и, в общем-то, конечно, помогла отцу нас тоже вытащить сюда. И здесь то, что вместе с отцом они основали такой вот зал, империю целую акробатическую. Даже если мы какие-то неудобные вещи, или с которыми мы как-то внутренне, возможно, не соглашались, то на соревнованиях это, в общем-то, всегда себя показывало, как вот так и надо. Ну и мама, она, в общем-то, не знаю, мне кажется, она так себя, не то что позиционирует, она вот такая есть, что... Вы сейчас любого ребенка подойдете, спросите, они вам скажут, что такое теплое, хорошее отношение, доброе. Железная леди – это не про нее. Для воспитанников Лали Мас, как вторая мама, всегда готова прийти на помощь и дать совет. Но и спуску не даст. Дисциплина в спорте превыше всего. Лали Мас нас поддерживает, верит в нас, всегда скажет, что нужно подправить, что сделать, что у нас хорошо получается. Всегда выделит все плюсы. На днях знаменитый тренер отметила день рождения. По традиции загадала желание. В приметы не верит, поэтому говорит вслух, чтобы ее подопечные достигали наивысших результатов. Она делает для этого все возможное. Но есть то, что по силам только самому спортсмену. Вот сегодня ты чемпион, а завтра ты должен соревноваться не только с твоими соперниками, а ты должен соревноваться с самим собой. Ведь твои соперники, когда ты выиграл, они взяли эту планку. Они хотят эту планку преодолеть. И тебе оставаться на ней никак нельзя. То есть ты должен идти дальше, выше и соревноваться уже даже с самим собой, который был там на первом месте. В октябре у Ларисы Борисовны еще одна важная дата – 50 лет в спорте. Пышных торжеств по этому поводу не планируют. Этот день проведет, как обычно, в зале. Ведь самое главное, чтобы рядом были те, кому она посвятила всю жизнь – близкие люди и воспитанники. Екатерина Крамер, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».